Всем привет! Сегодня 10 марта. У нас морозный минус 10 градусов. Ночью было до минус 17. А сейчас светит солнце. Как говорится, мороз и солнце. Снега очень много. Мы вышли с Сережкой на ватрушки. И вот так вот забавляемся сегодня. В парк сегодня не пошли. Решили здесь, в парадном, остановиться. Тоже неплохо. Так что забавляться, лишь бы было желание, а играть и веселиться можно везде. Хочется уже, чтобы весна прогнала зиму. Как пошутили ВКонтакте одни подписчики или кто, наверное, шутники, которые написали. Так, зима недаром злится. Видно, кто-то на Масленицу плохо прогонял зиму. Или плохо встретил Масленицу, мало напек блинов. Поэтому зима опять вернулась, еще с какими морозами. Да, шутка шуткой, но есть доля правды. Ничего, солнце уже припекает, с крышей капает, хоть и холодно, но чувствуется, что воздух свежий, прозрачный, весенний. Сережка у меня в снегу. Как хорошо. Все, всем пока. Всего самого доброго и весеннего настроения.